Добрый день, мои дорогие! Мы продолжаем худеть. Сегодня предлагаю отличный вариант для обеда или ужина. Скумбрия в пергаменте и на гарнир салат стройности. Польза скумбрии огромна. Мясо этой рыбы могло бы подойти в качестве эликсира молодости. В ней есть все, что необходимо человеку, чтобы вести активный образ жизни. Самый вредный продукт – это горячее и холодное копчение. Что касается жареной рыбы, я не рекомендую ее для частого употребления. Кроме того, рыба жареная сама по себе вредна, а скумбрия очень калорийна, и она вдвойне считается неполезной. Самый полезный способ сохранить все ее свойства – это запекание. Сегодня рецепт мой – это запеченная скумбрия в пергаменте. Мы подготавливаем рыбу. Потрошим ее, добавляем усилители для вкуса, забываем про нее на какое-то время, и через несколько минут мы получаем супер полезный продукт. Теперь гарнир. Как же без него? Но это будет не рис и не картошка, а полезный овощной салат, от которого худеют. Для салата мы берем салат айсберг. О полезных свойствах айсберга я уже говорила в предыдущем видео. Можете посмотреть их. Редис. Скушав один пучок редиски, вы обеспечите норму аскорбиновой кислоты. Белка в ней в два раза больше, чем в других ее сородичах. Редиска полезна при похудении. Всего 15 килокалорий на 100 грамм. Можно смело налегать на редис. Она препятствует отложению жира, улучшает обмен веществ. Редис выводит из организма вредный холестерин и повышает пищеварение. Это важно для тех, кто страдает ожирением, подагрой и сахарным диабетом. Но с заболеванием кишечника и желудка не стоит увлекаться редисом. Это может вызвать обострение заболевания. Сельдерей. Все части этого растения содержат микроэлементы, аминокислоты. Бор, кальций, хлор. Сельдерей богат клетчаткой и витаминами А, Е и К и группами витамина В. Употребление сельдерея повышает жизненный тонус. Он устраняет сонливость и апатию и выводит токсины. Это мягкий антидепрессант. Хорошо есть его на ночь для хорошего сна. Промываются почки, устраняется камнеобразование. При отеках надо есть сельдерей. Толстякам, толстушечкам, пышечкам и пузатикам всем на помощь идет сельдерей. Всего 8 килокалорий на 100 грамм продукта. Это фантастика. Живот наедается, делается сытым. Чем наешься 8 килокалорий? Состав любых препаратов с лишним весом входит этот фантастический сельдерей. Всего полмесяца поедите этот овощ, и диетологи вам позавидуют. Я не шучу. Много людей, кто ночью приходит к холодильнику, положите туда сельдерей. И если что-то хочется пожевать, аппетит сразу у вас будет пропадать. Аппетит, как мощный змей, извивается внутри. Вы катите на шарнирах до холодильника, а вместо бутерброда с грудинкой, колбасой или салом жуйте сельдерей, и вес начнет таять на глазах. Кушайте сельдерей, вы будете стройными, как лань, спокойными, как удав, сексуальными, как секс-символ. Наполнены витаминами, как мешочки с драгоценностями. Отеки пропадут, улучшится зрение, повысится либидо, к
кушайте сельдерей. Помните, при термической обработке его свойства исчезают. Только в сыром виде ваше тело и мысль преобразятся в лучшую сторону. Вот сегодня мы приготовили очень полезное блюдо – скумбрия и салатик. Это блюдо не только обогатит нас полезными веществами, и мы будем здоровыми, и мы будем худеть. Готовим и худеем с каналом «Готовим и едим дома». Спасибо, кто смотрит до конца мои видео, и рада, что оказалось для вас полезным. А сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и будьте счастливы. Пока-пока!